Охренеть, просто поднялся просто ураган. Тут даже где-то местами мини-торнадо проскакивает. Жесть. Да им прямо перед нами, короче, жесткий очаг просто. Такое ощущение, что пришел ад какой-то на землю. Вот здесь обычное небо. И чуть правее, пожалуйста. Там стоят экипажи, вот так вдоль дороги, рассредоточены. И мы с одним из экипажем здесь стоим наготове. Ваня! Рядом с нами горит. Гасите! Стали! Пиздец, нам надо следить, знать, что за это хуй. Загорел. Да-да, смотрите. Прямо сейчас, короче, моментом перелетела искра. Стой на эту сторону. Вот даже сейчас вот. Все, искры перелетели. И вот они прям воспламеняются. Вообще, смотрите, как далеко. Пожалуйста, вот он очаг. Вот за этим надо следить. Но все-таки нам далеко тоже не надо уходить от машины. Брусничка растет. Тушили очаг, искра перелетела через тот край дороги, ну, а это загорелось здесь дерево, тушили всеми силами, лопата и вода тема. Ранец вообще беспонтовый, блядь. Да, ранцы, кстати, вон какие-то конченые. Только так, если тушить, в остальном никак. Ветер усилился многократно, идем туда, что-то загорелось. Да, сейчас хватнули, короче, дыма, вообще жесть, просто к земле припали. Очень опасный, на самом деле, снега. Подходит уже к лагерю. Капец, уже пепел летит просто. Нет, здесь легче нам развернуться, да, пожар. Ждем. Хотя бы и не мешаться друг другу, а там дорога, и одна встанет, и выбирает. У меня одна полоса, две.